Ты расскажи, что это при таких обстоятельствах она сюда попала. Ну, должна была. Ну, то есть ты приобретал? Да, просто. Да, ну что. Ну, что это такое? Гэнджу бас. Приобрел у кого? Мужчина по имени, да? Фамилию знаешь? За что задержан? За наркотики. Что вы с ним делали? Пытался продать. Какие наркотики? Растительные. Сами где их приобрели? Приобрел через... Как часто занимаетесь продажей? Да не часто. Не занимался. Сейчас в вашем доме сколько примерно наркотиков? Я не могу вам сказать, сколько точно. Ну, примерно. Ну, примерно сколько там? Грамм, ну... Я как бы затрудняюсь ответить, потому что у меня весов не было. А помимо этой деятельности чем-то занимаетесь? Я работаю. Сами не употребляете? Нет, да? Не употребляю. Ну да. Это же добровольно получается. Не знаю, не знаю, что надо будет. Я не знаю. Смотрите, я же говорил, что жена не знаю. Вот вещество какое-то в бутылке. Привез я недавно. Крошкообразный или пылеобразный, значит, называть коричневого цвета. Тихо, поясни, что это. Это пыль. Пыль. Домашняя, что ли? Да, пыль домашняя. Нет, вот такая пыль. Конопляная пыль? Пыль конопляная, да. Здесь можете обратить внимание. Множество отрезков вещества темного цвета. Также множество фрагментов вещества темного цвета. И здесь аналогично наличие. Да. Не сможет. Это шок. Тестостропочек. Ты признаешь, она, да? Это от дома твоей?